Всем привет! В этом выпуске я хочу показать вам одну из моих таких, даже не столько это конверсия, сколько простая доработка, и хотелось поставить в свою коллекцию Волгу ГАЗ-21, которая участвовала в ралли Монте-Карло 64 года. На данный момент выпущено всего только две «Волги», которые участвовали в ралли Монте-Карло 64 года. Это первая «Волга», вот, была выпущена фирмой «Алтая» под номером 31 для европейской журнальной серии. Вот она такая, вот эта «Волга». И вторая «Волга», выпущенная, была эта журнальная серия «Автолегенды», СССР, спецвыпуск ралли под номером 29. И была еще, конечно, третья «Волга», участвовавшая в ралли Монте-Карло под номером 22. Это вот такая вот «Волга». Данную «Волгу» под номером 22 я сделал, взяв простую журнальную «Волгу» черного цвета, которая была выпущена в «Автолегендах», и с небольшими доработками была мной сделана третья модель, которая пополнила мою коллекцию, и также получилась общая команда из трех «Волг», которые участвовали в ралли Монте-Карло 64 года. Из доработок на данной «Волге» это был сделан полностью перекрас салона. Я покрасил сиденья, дверные карты, покрасил руль. Также были покрасил крышу. Также было установлены декали, нанесены. Это соответствующие номеру 22 на капот, на багажник и также на двери. Вот что получилось. Также были установлены номера. Вот он номер А0047, который соответствует прототипу настоящей Волги. Антенна, это сделана из литника тонкого, который остался у меня от деталей из 35-го масштаба. Противотуманные фонари я ставил уже, это брал детали, которые остались от АВД наборов, и из них уже сделал противотуманные фары. Также были заменены, поставлены диски. Вот они, диски без колпаков. Диски я покупал у фирмы Start 43, которые продаются в таких магазинах Unamag, Ritmanex, Radiator, Model Lux. И уже на них была установлена обычная резина от Автолегенды. И вот таким небольшим перекрасом, доработкой я получил Волгу ГАЗ-21 под номером 22, которая участвовала в ралли Монте-Карло 64 года. Это такая легкая, быстрая такая доработка, конверсия, которая вам позволит это сделать все на одном, как говорится, дыхании, и вы поставите, если у вас есть две предыдущие «Волги», вы просто себе пополните коллекцию третьей «Волгой» и тем самым соберете почти полную команду «Волг ГАЗ-21», которые участвовали в ралли 64-го года. Это такой краткий обзор того, как можно иногда делать какие-то доработки, конверсии, буквально применяя
то, что у вас может быть даже есть под рукой. Конечно, может не все, конечно, что-то нужно будет докупить, те же диски, может декали, если декали нету. Но это не такая сильная уж большая трата, но вы получите в то же время и удовольствие, и немножко расширите свое кругозор того, что как можно все-таки пробовать, дорабатывать, пока даже такие небольшие, легкие конверсии делать, доработки каких-то моделей. На этом вот такой краткий обзор я заканчиваю. Если вам что-то понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, буду отвечать, будем вести диалог. И, конечно, дальнейшее я покажу более расширенные какие-то, более такие деталированные перепилы, перекрасы, что вообще можно сделать дома, в домашних условиях, и то, что вам будет приносить, я надеюсь, что будет приносить удовольствие, и с этим, с каждой сделанной моделью вы будете повышать свой уровень мастерства. Всем спасибо, с вами был Валера, пока.